рынке СНГ в продаже электрошокер в металлическом корпусе. В отличие от конкурентов, он состоит из анодированного алюминиевого сплава, что обеспечивает его надежностью и прочностью. Верхняя часть выполнена из полимера, который способен ограничить проводимость тока даже во влажной среде. Такая особенность позволяет шокеру работать в туман, дождь и снег. Данный прибор может переносить сильнейшие удары, терпеть прямые удары, обеспечивать максимальную безопасность. На устройстве расположены две кнопки. Одна отвечает за переключение режимов между фонарем и электрошокером, вторая для активации функции электрошок. Такое расположение кнопок управления обеспечило удобство и использование надежность переключения и выбора режима. Это одна из самых мощных моделей электрошокеров, существующих на сегодняшний день. Пусть вас не обманывает лаконичное изящество формы, ведь главное в этом приборе – содержание. Охренеть, блядь, стой! Ну давай. Вот за байки скажи, сейчас мы проверим, как они. От нас до них, вот сними меня, вот она я, от меня до них примерно 10 метров, да? Проверяем. Снимаешь? Снимаешь. Пошли, пошли. Четко, да?